На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматуллина депутаты одобрили законодательные поправки по вопросам культуры. В частности, предлагается обязать организаторов культурно-массовых мероприятий заранее информировать зрителя об использовании исполнителя фонограмм. Обязательным станет требование, чтобы исполнитель был в адекватном состоянии во время выступления. Кроме этого, депутаты рассмотрят запрет использования нецензурных выражений в репертуаре певца. Если в правительственном варианте законопроекта обязанность информировать об использовании фонограммы была размыта между организатором и исполнителями, то депутаты четко предлагают определить, во-первых, что это обязанность организатора, во-вторых, что этот же организатор обязан информировать зрителя о том, будет ли использоваться на концерте фонограмма. И тогда зритель заранее будет знать, концерт пройдет под фонограмму или будет живой звук. И артист должен решить, поет он вживую по одной ставке или под фонограмму, по другой, гораздо меньше. А вообще в народе недаром говорят, что за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями.